Три инвестиционных проекта на общую сумму почти 150 миллионов рублей рассмотрели на очередном заседании в администрации Щелковского района. Так называемые инвестиционные часы проходят регулярно. Их главная цель – помощь инициативным предпринимателям в реализации перспективных и важных для района проектов. С предложением по строительству биовегетария в современных тепличных комплексах выступил Владимир Петров. Проект представляет собой комплекс, в составе которого 12 солнечных биовегетариев. Стандартный размер 15 на 78 метров. Налоговые поступления в бюджет при этом будет составлять примерно 10-12 миллионов рублей. Сроки реализации проекта – 2 года. Планируемый объем инвестиций – 130 миллионов рублей, что позволит создать 130 рабочих мест. Предложение районных властей заинтересовало. С инвестором были обсуждены проблемы предоставления земельного участка. На выборы ему были предложены 3 земельных участка. И в дальнейшем в рабочем порядке будем с инвестором взаимодействовать. Создание автомоек самообслуживания – еще один проект, рассмотренный в рамках инвест-часа. Основная цель, по словам предпринимателей, – привить автомобили владельцам культуру чистого автомобиля. Ведь стоимость использования мойки самообслуживания дешевле, чем традиционной. Планируется инвестировать в проект 17 миллионов рублей, что приведет к созданию на территории района 18 рабочих мест. Клиент заезжает в специально подготовленную площадку, где каждый пост оборудован пистолетом для мойки и щеткой для уборки. Вот, соответственно, производит оплату. В каждом терминале стоит автомат для приема денег. 100 рублей, 500 рублей, в зависимости от программы, которую он хочет. В среднем минута стоит 15 рублей пользователя. Проект понравился. Опять же, совместно с нами и инвестором будут подобраны места для дальнейшего их оформления и реализации этого проекта. Также на заседании представили проект повышения энергоэффективности на социальных объектах. Ирина Иванова отметила, что в целом заседание прошло результативно, и такие встречи будут продолжены. В администрации ждут предпринимателей с интересными прорывными проектами. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».